встал. Употребляли спиртное сегодня, нет? Нет, перед вчера. 0332 Байкал. А едете откуда вы туда? С гостей или? С телефона у вас проблемы какие-то? Ребят домой увезти? Да. Дуем. Все достаточно. Да, 0,60. Там много? Засудить. У вас превышение идет порядка в 4 раза. Так я же не отрицаю, мужики, вы что? Да как, даже если бы вы отрицали. И все, что? Что вы употребляли? Я пиво пил. Сколько? В каких объемах? 2 бутылки. Две бутылки 0,5 литр сколько? Полторушка. Водитель будет освидетельствовать состояние опьянения при помощи алкотестера. Давайте. Немецкой фирмы Драгер, заводской номер АРАК 1971. А он это нормально? Конечно, нормально. Она что, с учетом не поговорит? Сейчас трубочка новая, запечатана, видите, понятые. Да. Вот это. Учета. При чем тут учетка? Берешь и ездишь. Прибор без проблем. Готов. Долгий, продолжительный выдох щелчка. Хорошо. Счет щелкнул уже прибор. Идет анализ. Допустимое до 0,16, свыше 0,16 состояние опьянения установлено. Понятно, видите, 0,58.